Пусть твой огонь любви горит внутри меня. На силу мне кричать не позволит мне промолчать, что ты спаситель мой, что дорогой ценой любовь ты доказал, и жизнь свою отдал. Я так силой своей я держусь за тебя и не отпущу ни за что никогда. И даже тогда, когда будет мне трудно, на руки возьмешь. Я так... Я выросла, можно сказать, на сцене, потому что моя мама выступала. Вот, и в театре Гоголя, в разных концертных залах в Украине, в Польше, за границей. Поэтому для меня сцена – это что-то особенное, что-то, нет, непривычное, необычное, но в этом какая-то есть тайна. Поэтому я всегда с трепетом и уважением отношусь вот к сцене, к слушателям. И с самого детства вот у меня уже были эти кулисы, этот свет, этот восторг. И потом музыкальная школа, вот, потом свои музыкальные коллективы, проекты. Ну и очень сложно, наверное, отделить вообще музыку от моей жизни. Писать я начала в 13-14, в этом возрасте все пишут, пишут все, пишут стихи, пишут песни, вот, и я помню, как моя подруга прибежала, она говорит: «Таня, Аня, я только что шла, и там во дворе, представляешь, на гитаре играют твою песню». Но для меня это, конечно, это был такой первый раз, как сказать, такой успех, что ли, маленький, вот, и потом я продолжала писать, я писала стихи, я писала песни, вот, и когда я поняла, что это мое, это просто, ну вот, полилось, и песня за песней, первый десяток, второй, третий, четвертый, все это накапливалось, были пробы пера, было что-то такое удачное, и, в общем-то, ну, все эти труды, они вылились уже в альбом, и сейчас я работаю над вторым альбомом. Бачити, що тебе в славі й силі, оліпша помилість твоя над життя, одвічне тебе прославляють уста. Моє натхнення і любов, моя нездолана твердине, до тебе прагне серце знов, душа моя, до тебе лине. Вдохновляет любовь. И не просто вот любовь, которая между двумя людьми, может быть, да, но именно любовь небесная, именно любовь Божья, потому что вот впереди у нас Пасха, да, и мы все будем об этом размышлять, думать, мы будем об этом говорить, о Божьей любви. Она никогда не предает, она верна, она истинная, она настоящая, она неподдельная, она никогда не заканчивается, она никогда не перестает, она всему верит, всему доверяет, то есть это вдохновляет. И когда ты получаешь эту любовь, тебе уже просто ее, проще уже ее и приятнее отдавать тем, кто рядом. Любовь с крыльями белоснежными. Вот любовь с крыльями белоснежными. Ну, не может любовь быть без крыльев, правильно? Ну, и если были там какие-то там у нее там темно-синие крылья, там, или какие-то красные, там, какие-то вот такие. Ну, в общем, поэтому вот любовь у нас с белоснежными крыльями. Поэтому будем сейчас дарить, слышала, что ты сказала, да? Значит, дарить друг другу любовь и улыбки. А вступление можно делать так? Ну, регги, это
Регги – это любовь. Это весна. Яркий солнечный свет утром скажет привет, привет. Мы с тобою встречаем с улыбкой рассвет в ответ. И как радостных птиц нас с тобою плечо поет. Непременное счастье нас к небесам унесет. Любовь с крыльями белоснежными парит, облаками безбрежными с тобой. Мы любимые нежные, и нам облака шепчут, пока мы у неба в руках. Мы познакомились около 15 лет назад, и я тогда написала ему первую песню. И она была на украинском языке, она есть. Она воздушная, такая летящая, интересная. И когда мы уже поженились, совсем недавно я написала еще одну песню. Поэтому ему очень повезло. Вот, поэтому, любимые, пишите друг другу песни. И я очень благодарна Богу за то, что мы познакомились, за то, что мы рядом, и за то, что у нас все началось именно с дружбы, потому что когда приходит обычная, обыденная жизнь, может быть, где-то серая, может быть, где-то привычная такая, очень важно, очень, очень нужно, чтобы во взаимоотношениях были не просто чувства, которые зависят от настроения, да, сегодня люблю, завтра не люблю, но чтобы была именно дружба. Вот это я ценю в наших отношениях, это очень мощно, потому что это спасает в трудные времена. Мой распорядок простой и сложный. Я с самого утра бегу на работу, финское телевидение, ТВ7. И это мое любимое дело, оно меня вдохновляет, это новый проект. Все, что новое, меня всегда мотивирует, и я постоянно в поиске каких-то новых проектов, новых сюжетов, новых идей, чего-то нового, остренького, свежего. Здесь у нас и переводы, и передачи, и новые встречи, новые знакомства очень интересные, люди очень интересные, специалисты, очень интересный контент. И после работы я уже сразу перестраиваюсь, потому что у меня есть несколько проектов. Детский проект «Атмосфера», нам 2 года, но мы уже умеем работать в студии, мы уже снимали свой клип, мы уже выступали на корпоративах, мы уже, и детки растут, и это, ну, действительно очень здорово. Я тебя люблю, кохаю, моя ненька, моя мама. Завжди ніжно приголубиш, тільки ти одна так любиш. Я тебе люблю, кохаю, моя ненько, моя мамо. Завжди ніжно приголубиш, тільки ти одна так любиш. Еще один проект у меня есть, молодежная музыкальная группа, вот, и это очень тоже интересно для меня, потому что за последние 15 лет мы с мужем подняли несколько таких музыкальных коллективов, и очень здорово, отрадно, когда ты видишь результаты, да, плоды своего труда. Также, конечно, это работа над альбомом, и сейчас я уже конкретно начинаю подготовку к нему, очень важно, думаю над новым клипом, вот. Также сейчас новый такой проект у меня появился, «Квартирники», которые я провожу здесь, в своем офисе. Летит хоть
Как освежать самого себя? Я думаю, что это все-таки новые проекты. Даже когда ты устаешь, даже когда ты ничего не чувствуешь, это не значит, что нужно останавливаться. Потому что жизнь короткая, и нам очень многое нужно успеть за это короткое время сделать для людей, для Бога. И нет у нас такого шикарного времени, когда, например, я могу полгода делать ничего. Или, например, 2 года находиться в депрессии, в таком творческом, что ли, поиске. Вот, и все тебя жалеют, и ну вот, ты же такой, ты же... Я думаю, что и для этого тоже есть периоды в нашей жизни, и не о чем-то говорят нам, это нормально. Просто в такие периоды жизни очень важно найти того, у кого еще больше творческий застой, вот, и постараться его вдохновить. И когда мы вдохновляем кого-то, мы вдохновляемся сами.